Закройте глаза и сделайте несколько медленных, глубоких вздохов, чтобы расслабить разум и тело. Вдыхайте через нос, выдыхайте через рот. Дышите очень глубоко, медленно и равномерно. Ритмично вдыхайте и выдыхайте, пока не погрузитесь в здесь и сейчас. Погрузившись в настоящее, вы попадете в мир бескрайних возможностей. Вас наполняет энергия могущественного сознания, которое даровало вам жизнь и испытывает к вам бесконечную любовь. Когда ваша воля совпадает с его волей, ваш разум совпадает с его разумом, а ваша любовь к жизни совпадает с его любовью к вам, оно не может не откликнуться на ваш зов. Оно внутри вас и повсюду вокруг вас. Вы обязательно получите подтверждение того, что ваши усилия не остаются незамеченными. Преодолевая внешнюю среду, вы преодолеваете жизненные обстоятельства, становитесь выше заученных чувств, мысленно превосходите собственное тело и само время. Вы словно прикасаетесь к мантии божества. Ваша судьба становится отражением высшего разума. Вы творите ее вместе с ним. Но для этого вы должны относиться к себе со всем уважением и любовью. Помните, что нельзя создать новое будущее, не освободившись от эмоций прошлого. От какой эмоции вы хотите отучиться? Вспомните, как ощущается она в теле, и распознайте состояние разума, которое обычно вызывается ею. Пора обратиться к высшей силе внутри вас. Расскажите ей о себе и перечислите все, что вы хотели бы в себе изменить. Открыто выскажите, каким вы были и что скрывали от окружающих. Мысленно поговорите с высшим сознанием. Помните, что оно абсолютно реально. И оно уже и так все о вас знает. Но эта сила никогда не осудит вас. Она испытывает к вам только любовь. Обратитесь к высшему разуму с такими словами. Универсальное сознание внутри меня и вокруг меня. В своей жизни я был таким-то и таким-то. Сейчас я искренне хочу выйти из этого ограниченного состояния бытия. Пора освободить тело от роли разума, устранить разрыв между видимостью и сущностью и раскрепостить застоявшуюся в теле энергию. Освободите тело от привычных эмоциональных связей, которые приковывают вас к знакомым предметам, людям и местам из прошлого и настоящего. Настало время освободить энергию. Я хочу, чтобы вы вслух произнесли название эмоции, которую желаете изменить, и устранили ее из тела и из своего мира. Итак, назовите ее.
Теперь нужно передать проблему высшему разуму и попросить, чтобы он разрешил ее наилучшим для вас образом. Можете ли вы уступить контроль более могущественной силе, которая уже знает ответы на все вопросы? Сдайтесь на милость безграничного разума и помните, что его существование реально. Он взирает на вас с благоговением и всегда готов помочь, но не может начать действовать, пока вы его об этом не попросите. Так отдайте свою проблему на откуп всеведущему сознанию. Просто распахните дверь, передайте сверток с эмоцией и отпустите ситуацию. Позвольте высшему разуму забрать ваши ограничения. Обратитесь к нему с такими словами. Безграничный разум, я передаю тебе... Назовите эмоцию. Пожалуйста, забери ее у меня и преврати эту эмоцию в крупицу мудрости. Освободи меня от оков прошлого. А теперь почувствуйте себя так, словно высший разум уже освободил вас от названной эмоции. А теперь нам нужно сделать так, чтобы ни одна мысль, ни одна эмоция и ни одно действие, которое способно вернуть нас к прежнему «я», не проскользнули бы незамеченными. Для этого нужно осознать прежде неосознаваемое состояние разума и тела. Какими мыслями обычно сопровождалось это чувство? Какие внутренние голоса раздавались у вас в голове? Что они говорили? К какому голосу вы не хотели бы прислушиваться впредь? Понаблюдайте за собственными мыслями. А теперь начните отделяться от подсознательной программы. Как вы когда-то себя вели? Как вы разговаривали? Досконально изучите автоматические состояния, чтобы они никогда больше не ускользнули от вашего сознания. Объективируя субъективный разум, то есть наблюдая за программой со стороны, вы больше не являетесь с ней одним целым. Ваша цель – достижение осознанности. Напоминайте себе, кем вы больше не хотите быть, от каких мыслей, чувств и моделей поведения планируете отказаться. Выявите все аспекты прежней личности и просто понаблюдайте за ними. Твердо решите стать другим человеком и запомните, как ощущается энергия этого решения. А теперь поиграем в игру «Меняю». Вам нужно будет представить три жизненных ситуации, где есть риск возникновения прежних чувств. И во всех трех ситуациях сказать вслух «меняю». Первая ситуация. Раннее утро. Вы принимаете душ, мысленно готовитесь к новому дню и внезапно замечаете, что к вам подступает привычное чувство. Заметив, сразу громко скажите «меняю».
Все верно, его нужно изменить. Потому что это чувство не является проявлением вашей любви к себе. И вам не нужно снова подавать генам прежние сигналы. Как вам известно, когда нейроны перестают активироваться вместе, они утрачивают связь друг с другом. И вы вольны это контролировать. А теперь представьте следующую ситуацию. Середина дня. Вы куда-то едете на машине, и вдруг вам снова поступает чувство, которое обычно влечет за собой ряд привычных мыслей. Как вы поступите? Вы громко скажете «меняю». Все верно, его нужно остановить. Потому что здоровье и счастье неизмеримо важнее сиюминутного удовольствия, которое вы испытаете, поддавшись позыву. А кроме того, эта эмоция никогда не являлась проявлением любви к себе. Каждый раз, когда вы меняете состояние разума, разрываются старые нейронные связи, и вы меняете воздействие на гены. Еще один раунд игры меняю. Вы готовитесь ко сну. Вот вы разобрали постели и уже собираетесь лечь. Как вдруг снова подкатывает чувство, искушая вас вернуться в рамки прежней личности. Как вы поступите? Вы громко скажете «меняю». Все верно. Нейроны, которые больше не активируются одновременно, рассоединяются. Подавая одни и те же сигналы одним и тем же генам, вы вредили себе. А никто и ничто на свете этого не стоит. И вы вольны это контролировать. А теперь подумайте, что представляет из себя идеальная версия вашей личности. Как будет думать и действовать этот великолепный человек? Как будет жить? Как будет выражать свою любовь? Как вообще ощущается величие? Я хочу, чтобы вы привели себя в состояние бытия новой личности. Пора изменить уровень энергии и скорректировать рисунок электромагнитного излучения. Изменение энергии ведет к изменению жизни. Доведите мысль до уровня ощущения и полностью погрузитесь в него. Вы должны прочувствовать его в такой степени, чтобы тело поверило, что вы уже стали идеальным собой. Начинайте менять воздействие на гены и подавать телу эмоциональные сигналы до того, как желаемое событие станет реальностью. Позвольте себе влюбиться в новое «я». Откройте сердце и настраивайте тело на новый уровень разума. Пусть внутреннее ощущение перерастет в настроение, затем в темперамент и, наконец, в новую личность. Приведите себя в новое состояние бытия. Как бы вы себя ощущали, если бы уже были новым человеком? После медитации нельзя встать точно таким же, каким вы садились. Вы должны испытать такую благодарность миру, чтобы тело начало меняться еще до того, как изменятся жизненные обстоятельства, и полностью поверило, что вы уже достигли идеала. И вот вы становитесь идеальным собой. Вы обретаете силу, свободу от всяких ограничений, гениальность,
творческое вдохновение. Вы приближаетесь к Богу. И все это ваша истинная сущность. Погрузившись в это чувство, заучите его. Хорошенько запомните, как именно оно ощущается. Это и есть ваша подлинная сущность. А теперь отпустите эту эмоцию в квантовое поле. Просто отпустите. А теперь мы проведем мысленную репетицию. Это тот самый прием, которым пользовались участники эксперимента с игрой на фортепиано и с тренировкой мизинцев. Итак, сможете ли вы еще раз воссоздать новое состояние буквально из ничего? Построим новую нейронную структуру и приучим тело к новому эмоциональному состоянию. Изучите нужное состояние бытия. Что представляет собой ваше идеальное «я»? Позвольте себе вновь окунуться в поток мыслей вашей новой личности. Что вы будете себе говорить, как будете ходить, дышать, какими будут ваши жесты? Что вы будете чувствовать? Какой будет ваша жизнь? Позвольте себе как можно глубже погрузиться в эмоции нового «я». И постепенно вы начнете переходить в новое состояние бытия. Снова подтяните себя на новый энергетический уровень и запомните, каково это быть новым собой. Еще шире распахните свое сердце. Кем вы хотите быть, открыв глаза? Прямо сейчас вы меняете воздействие на гены. Снова ощутите приток внутренней силы. Перейдите в новое состояние бытия. Новое состояние есть новая личность, а новая личность создает новую персональную реальность. Вот из этого состояния и идет созидание новой судьбы. Из возвышенного состояния разума и тела вы, как квантовые наблюдатели, начинаете подстраивать материю под свои намерения. Почувствуйте себя непобедимым и могущественным. Ощутите приток вдохновения и величайшей радости. Из нового состояния сформируйте образ желаемого события, набросок новой судьбы. Понаблюдайте за этим потенциалом и переведите его из волнового состояния в материю, из которой впоследствии и сложатся жизненные события. Некоторое время удерживайте образ перед мысленным взором. Вдохните в него свое намерение и переходите к следующей картинке. Почувствуйте, как ваша энергия взаимодействует с образом новой судьбы. Теперь будущее событие обязательно найдет вас, потому что вы создали его сами, своей энергией. Отдайтесь созидательному процессу, и пусть вас сопровождает спокойная уверенность, доверие и знание. Не нужно анализировать.
Не пытайтесь представить, как именно все произойдет. Конкретная форма воплощения не ваша забота. Вы должны создать посыл и оставить все детали на усмотрение высшего разума. Ваша задача – наблюдать за новым будущим и подкреплять его своей энергией. Из состояния высшей благодарности встретитесь с новой судьбой. Поблагодарите Вселенную за новую жизнь. Ваше ощущение должно быть таким, будто желаемые события уже материализовались. Ведь благодарность – залог исполнения желаний. Почувствуйте себя так, словно ваши молитвы услышаны. Наконец, обратитесь к незримому сознанию в себе и попросите подать вам знак. Если сегодня вы смогли уподобиться великому разуму, создавшему все живое силой своего наблюдения, если вы установили с ним контакт, и ваши усилия и намерения не прошли незамеченными, то он обязательно ответит вам на языке жизненных событий. Знайте, что универсальный разум реально существует, и теперь вы ведете с ним диалог. Попросите, чтобы сигнал квантового поля пришел в неожиданной форме, такой, которая вас удивит, не оставит ни тени сомнений, что это знак свыше, и вдохновит на новые подвиги. Пожалуйста, прямо сейчас попросите подать вам знак. А теперь переведите осознанность на свое обновленное тело в обновленной среде и в новом измерении времени. Когда вы почувствуете, что готовы, вернитесь на бета-частоты. Теперь можете открыть глаза.